Всем привет! Это канал Туманов Плей. С вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted 2 среди воров. Нам нужно успеть на поезд, который уезжает без нас. Пока надо, чтобы. Надо успеть на этот поезд. Осторожно, они повсюду. Ты осторожно. Да, Хлоя осталась с бандитами. Не знаю, она с нами все-таки или нет. Ну, будем надеяться с нами. В общем, нам надо на поезд. С этими чуваками как-то надо быстренько расправиться, аккуратно только, по-тихому. Все, Лен, сиди там. Мне нужна пушка. Я попробую подкрасться. Мне нужна пушка. А что, у меня нет пушки? А, я без пушки, прикинь. Хорошо. О, вот здесь. Вот тут, да. Вот здесь будет у меня пушка. Раз, и у меня пушка. Другое дело. Пушка, пушка, выручи, подружка. Может, еще кого-то сможем так же сделать, а? Вот, не получилось нифига. Ладно. Зато я взял пушку, есть патроны. Но надо быстро спрятаться. Погодите, ребята, не стреляйте. Подожди, да, я отдышусь. Подождите, не стреляйте. Да, я спрячусь от тебя. Слушай, ну с этим надо в рукопашку, потому что, блин, он... Ой! Какой он сильный. Я все-таки... Снял с него каску. Ах ты, кто-то там подстреливает меня все, а? Слышь ты, выходи. Выходи. Все. Путь свободен. Пошли, Хлоя, давай мы сможем это сделать. Надо забраться наверх. Ты поражена? Я их всех победил. Да. А, Хлоя, подожди, что я говорю? Хлоя, это же Лена. Хлоя же с теми осталась, с чуваками. С плохими. А чё, куда идти-то? А, ну вон моргает что-то. Сокровище, ребята! И у нас какая-то статуэтка. Седьмая по счету. Непальский бронзовый лев. Это хорошо. Лен, честно не знаю, куда идти. Может быть, ты мне подскажешь, а? Ну, отсюда мы зашли. А, вот автомат, кстати, есть. Ё-моё, чё я... А, вот, может быть, наверх? Не, наверх не идет. А куда? А, вон лестница же, ё. Быстрей. Вон на самый верх сейчас залезем, только... Только мне надо тебя подсадить. Я уже жду, быстрее давай. Я не достану. Ладно, подожди секунду. Ладно. Когда залезешь, столкни ее вниз. Ну? Вот так. Эй, смотри, что я нашла. Что она там нашла? А, вот так, да? Ну хорошо, ладно, пошли. И чё, ворота закрыты? Дай, дай я, подожди, и дай я пну. Черт, заклинила. Она чем-то приперта. Во! С другой стороны. Открывайте! С другой стороны. Ладно, еще обходной путь. Я открою ее. Ага, надо мне... Дрова надо разбить эти. Ну, как всегда, я попрыгал опять. Очень смешно. Я в этом церкви клоун, но в клетке сидишь ты. Так, а я же могу отсюда подстрелить их. Назад. Отходи. Почти. Ну вот, теперь попробуй. Порядок. Хватит патроны тратить. Все, отлично. А мне как теперь... Я поражена. А как теперь мне обратно-то спуститься? Эй, у нас гости. Черт. Эти-то откуда взялись? А вон баллон стоит. Ну-ка, 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 надо по баллону попасть. Давай. Вот и все. Вот и все, решили. Пока Лена его отвлекает, я с этой стороны постреляю по нему. А, тут еще один баллон. Сейчас, пусть подойдет.
Хорошо, вот так пошло хорошо, давай. Кто еще? Там еще прячется. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот здесь нельзя так. Этот сейчас меня с одной пульки может снять. Ой, нет. Помогите. Лена, спасай меня. Я-то отдышался. А, я могу перепрыгнуть же вот сюда. Я так и не понял, куда мне вообще лезть-то. Есть. Кажется, это все. О, нет. Осторожно, ай. Никак не отвяжутся. Что за перестрелка? Да. И этот еще стреляет, а их двое здесь. Лен, ты хоть тоже попадай по нему. Хотя попадает нормально. Вот, держи. Ладно. Вот, теперь я могу на эту лесенку, получается, спрыгнуть, наверное, да? Отлично. А по-другому бы я никак здесь не выжил бы. Неплохо для прошлогодней модели. Давно об этом мечтала. Патрончики надо взять обязательно. Нет. Вот и водонапорная башня. Есть, получилось. Не высовывайся. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю. А вот и Хлоя. Вон Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так, они вот-вот отправятся, надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт! Стоп, послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Mm. Обеспечишь транспорт, я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На огненной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Делов-то, да? Я понял. Марш! А я на поезд, все, погнали. Да. Блин. Порядок такой. Она-то перепрыгнула, а я-то не смог. А, ну правильно, ей ближе прыгать было. Да. Так, осторожно. Ладно. Увидимся, когда. Так, ну а подожди. А, я, значит, в другую сторону, может, куда-то мне, а? А, я пойду другим путем, а я за ней хотел все идти. Во, как раз на поезд, все четко. Люблю запах железнодорожных путей. Садимся на поезд, только где дверь? Патроны пригодятся. Так, я маленько не понял, куда идти-то. Ну ладно, давай вдоль поезда. Ну тут куда особо-то негде. Некуда. Здесь не перелазит. О, сокровище. Корону какую-то классную вообще нашли, смотри. Драгоценный венец. А, вот, наверное... А, нет, здесь не прыгает. Открывайте дверь, ребята, вы чё? Мне попасть на поезд надо. А, подожди, вот какая-то... Какая-то телега стоит, вот её и надо толкнуть, наверное, давай. Вот и всё. Надо по-тихому пробираться, чтобы нас никто не заметил. Ай, блин. Обратно. Ну.
Надо подняться, посмотреть сверху. Это поезд. Угу. Ну и как мне туда спуститься? Как мне туда спуститься-то, ребята? Должен же быть выход. Сейчас найдем. Вот выход. Вот тебе выход. Ух. Может, я заведу эту колымагу? А, вот, наверное, мы на поезде ехали, получается. Игра же с этого и началась, что он в поезде там оказался. Да, вагон, который падал. Опа, зря я с тормоза снял. Нифига себе. Ну, Дрейк любит вот такие приключения, да? Отлично, Найт. Отлично. И никто не заметил, да? Я не привлекло внимания, нифига, да? Так, ладно, вижу баллон. Ай, сядь. Главное, чтобы у меня здесь баллонов не было, чтобы они не стрельнули. Но у меня есть пушечка, ребята. Стоп. Так, все, не подходите близко. Близко не подходи. Ты посмотри на него, а, в упор лупит. Стоп, поезд-то уходит, вы че? Быстрее на поезд. А как, ребята, как на поезд-то сесть? Блин, походу надо быстро как-то это все. Во, пистоль. Сейчас мы с пистоля будем фигарить. А, это не такой, я думал, это ракетница, которая. Не, погоди, а если поезд уедет, что будет? Я проиграю, да? Ребят, вы меня... Ай, все, прибили. А что делать-то? Как мне спастись-то? Там дофига столько... Не, я понимаю, конечно, что надо бежать, наверное, на поезд. Но это, мне кажется, нереально. Как туда пробежать-то можно? Если так где-то спрятать... Ой, сколько сразу огоньков красных. Все, меня сразу прибивают. Так нельзя тут бежать. Их слишком много. Ладно. Ладно, пусть подходят ближе, сейчас пальнем. Вот вам сюрприз. Вот вам сюрприз. Ай, граната. Не, ну погоди, поезд-то уходит, это плохо, ребята, плохо. Нафиг я снайперку взял. Вот этот мне мешал. Да что ты, а? Все, поезд уехал вообще. Почти. Длинный, да, поезд? Ладно, ну ладно, что же делать-то, блин, я замешкался. Снайперов столько, капец, что делать? Где ты? Лена, ты где, блин? Где ты, когда нужна мне? Хватит стрелять в меня. Стой! Еще сзади кто-то. Черт, поезд ушел. Поезд ушел, все, что нам делать-то с Леной теперь? А, Лена, Лену же я отправил джипарь забрать. Эти с пулеметами, ничего себе. Где эти пулеметы? Лена пропала куда-то. Лена едет, прикинь. А, Лена меня сейчас спасет. Гони. Вон оно что! Оказывается, все легко делается. Ну,
Ланце у тебя есть? Да, на абордаж. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю! Ну, давай, будем на поезд прыгать. Ты собираешься выбираться оттуда? Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Так, поехали. Ага, еще чуть-чуть. Уже почти. Лена, держи ровно, чтобы я мог прыгнуть нормально. Давай, прыгай! Вау, все. Сейчас меня тут раскатает. Давай, быстрее лезь. Лена там осталась. Я за самый последний вагончик зацепился. Путешествие, ребята, всем спасибо, всем пока. Попутешествуем в следующий раз. Встретимся на поезде. Все, всем пока.